Идея возобновить преподавание татарского языка в Самаре, которое не велось с 30-х годов прошлого века, родилась 25 лет назад. Сначала это были языковые курсы, а в 1997 году открыли муниципальную школу «Ектылык» с углубленным изучением татарского языка и культуры. Школа «Ектылык» — это такой характерный пример целостности коллектива как большой-большой семьи. Вот. И педагогов, и родителей, детей непосредственно самих. Значит, поэтому всегда приятно посещать это образовательное учреждение. Свой дух определенный, вот, своя, так сказать, субкультура. Мы вкладываем в развитие этой школы. Сейчас в школе «Ектылык» обучается 596 ребят, педагогический состав – 38 учителей. Сегодня среди выпускников школы много медалистов, обладателей всевозможных наград и призов в различных областях культуры, образования и спорта. В прошлом году учебном закончил 11 класс 33 ученика. Из них 9 медалистов, 100-бальник по русской литературе. Хотел на этом остановиться, именно по русской литературе. Хотя вы знаете, школа с углубленным изучением татарского языка и культуры. В школе делается все для сохранения духовного достояния татарского народа, для передачи его последующим поколениям и дальнейшего его развития. Это учебное заведение стало уникальным примером создания этнокультурной школы. Кроме того, в школе «Ектылык» сформировалась особая духовно-нравственная атмосфера, позволяющая детям впитывать национальную культуру, изучать родной язык, традиции, историю своего народа, развивать таланты, заниматься народным творчеством. Татарское население, которое является достаточно многочисленным и внесло важную лепту в историю развития, в том числе Самары, Самарской губернии. Мы это ценим, понимаем, и хотелось бы действительно пожелать сохранять эти традиции, развиваться, создавать возможности для увеличения вместимости школы, поддержания ее в современном виде, соответствующей всем современным требованиям. Ну и самое главное – здоровье коллективу, детям, успехов им, терпения родителям, и чтобы школьная жизнь была активной. Изучают школьники и основы мировых религиозных культур, а творческие стремления оттачивают на занятиях по вокалу, театру и КВН. Вот и в юбилейный день многочисленные друзья и почетные гости не могли оторвать взгляд от юных артистов, исполнявших татарские танцы и песни. Сегодняшнее выступление воспитанников школы – первоклассных артистов. Они на профессиональном уровне поют и танцуют. Это говорит о том, что культура им уже привита. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.